Для Ивана Телегина этот концерт стал дебютом. Музыкант впервые сыграл на сцене на барабанной установке. Иван уже 2 года учится в школе искусств и выступает в составе ансамбля. Юных перкуссионистов здесь учат играть не только на барабанах, но и на других ударных. Мне очень нравится играть на концертах, так как я получаю большое удовольствие и очень много реакции. Я люблю играть на ударных инструментах, на которых играются руками. Я выбрал барабанную установку, потому что я один раз зашел к нам в квартиру и слушал какой-то стук. Попробовал чуть-чуть постучать, и у меня получилось. Мне понравилось, и я решил записаться на барабанную установку. В школе искусств можно научиться играть практически на всех инструментах, даже на органе и ксилофоне. Но самыми популярными остаются скрипка, саксофон, аккордеон и фортепиано. Для дошкольников открыты группы раннего эстетического развития. Именно там начал свой путь Демид Кузубов. Сегодня он уже выпускник отделения академического вокала. Мама мальчика уверена, приобщать к искусству ребенка нужно с малых лет. Искусство, оно дает очень много для души, для становления личности ребенка и для его общего понимания в жизни. И искусство, оно должно даваться в таких стенах, как именно эта школа искусств. Светло, тепло, она как храм, как замок. В этих стенах воспитывают и юных танцоров. Ребята могут выбрать между классической, современной и спортивной хореографией. Ольга Савина занимается бальными танцами уже 9 лет. За спиной десятки чемпионатов, а в планах цель стать хореографом. Все спортивные победы – рука об руку с партнером. Микаил рассказывает, тоже мечтает в будущем стать тренером. Такой же концерт был на открытых дверях. Мы с мамой пришли, выступила программа с бальными танцами. Маме очень понравилось, мне тоже. Она решила меня отдать попробовать. Когда я пришел, мне очень понравился данный вид спорта. Я начал заниматься. С тех пор занимаюсь удовольствием уже как 5 лет. Провели экскурсию и показали лучшие работы гостям школы и ребята отделения изобразительного искусства. Здесь художники учатся не только академическому рисунку, но и пробуют себя в новых техниках, импровизируют и творят от души. Для меня это почти что жизнь. Мама меня с детства прививает мне рисунок. Потом я сюда вот поступил, чтобы развивать свои навыки. И как, тебе нравится? Очень сильно. Ну что ж, набор в детскую школу искусств города Видное продолжится до конца весны. Кстати, здесь двери открыты не только для детей, но и для взрослых, которые решат приобщиться к прекрасному. Олеся Попова, Кирилл Иванов, Видное ТВ.